Утро доброе, утро раннее. Смотрю в окно. Вчера прошли выборы президента. Вроде все спокойно. Смотрю. Вроде все как всегда. Переживали, волновались. Вон детки идут в школу. Слава Богу, что все спокойно. Тоже пойдем в школу. Мы с утра с сыночком спешим в школу. Да. Движение как всегда. Да, вроде все нормально, все спокойно. Страшны не выборы, страшные последствия. Лишь бы все прошло хорошо. Жизнь с утра кипит. Пока еще висят плакаты кандидатов. Но сегодня уже точно определится, кто будет президентом. В классе полная посещаемость. Идут уроки. Вокруг школы деревья разбросали свои листья. Осенний листопад. Красивая пора. Золотая пора. Осень. Из этого вывод такой. Выборы выборами. Жизнь продолжается. Самое главное, чтобы в стране был мир и спокойствие. Птицы отправляются в теплые края. Жизнь кипит. Все спешат. Вот здесь расположился вот такой монумент. Бронетранспортер, танк. Такой вот мощный. Дай Бог, чтобы не было необходимости его использовать в жизни. А вот такие ярко-красочные флаги высоко пристали над страной. Украшали аллею. Мира во всем мире.